В день неизвестного солдата в Сланцевской центральной библиотеке прошла историко-кинематографическая встреча под названием «Солдатский подвиг в памяти поколений». В мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, читатели библиотеки и молодежь любительского объединения «Студия Прицел». Вела встречу заведующая отделом краеведения библиотеки Тамара Арнольдовна Павлова, которая с самого начала мероприятия акцентировала внимание собравшихся, что тема военного подвига в Сланцевском районе не забудется никогда после страшной и кровопролитной Нарвской битвы 1944 года. Бои в Приноровье длились почти 7 месяцев, и погибло тогда более 7,5 тысяч бойцов. Исследователи до сих пор пытаются собрать целостную и достоверную картину тех событий. На встрече вспоминали участника боев в Приноровье, а со временем и киногероя советского фильма «Последний побег» нашего земляка Алексея Ивановича Кустова, которого сыграл в 1980 году замечательный актер Михаил Ульянов. Также на мероприятии краевед Александр Прыгунов рассказал о неизвестных солдатских захоронениях в Сланцевском районе времен Великой Отечественной войны. В конце встречи молодежная киностудия «Прицел» представила на суд зрителей свою новую премьеру под названием «Урок из прошлого». Этому любительскому объединению в этом году исполнилось 8 лет, и тема военного подвига – одна из главных в их творчестве. Скоро в наступление пойдем. Только береги себя. Это как получится. За родину, за Сталина, в атаку! Держите. Смотрите.